Здорово, ребят. Сейчас объясню, в чем суть этого видео. Значит, последнее время, вот когда у меня стало 3500 подписчиков, буквально за 5 дней, у меня набралось больше 100 подписчиков. И мне, конечно, очень нравятся эти показатели, но мне кажется просто, что кто-то из моих подписчиков накручивает мне еще подписчиков. Ну, есть некоторые такие люди, которые даже знаменитым видеоблогерам накручивают. Не знаю, зачем они это делают, но, видимо, это им по приколу. Так вот, если ты смотришь это видео, то просто поставь под ним лайк, можешь даже оставить свой комментарий. Это видео не направлено на то, чтобы увеличить какую-то активность на моем канале, чтобы заработать как можно больше денег. Нет, я могу удалить это видео через неделю. И, в общем-то, я сказал все, что надо, просто поставь лайк и... Всем пока.